Мы решали одно уравнение. Теперь попробуем решить систему обыкновенных дифференциальных уравнений. Но как бы это более жизненный подход у нас многие модели описываются, но они же многомерные, описываются системами дифференциального уравнения. Ну и вот такой вот известная система, известная модель — аттрактор Лоренца или бабочка Лоренца. Вот у нас э, записано таким вот образом уравнение. Ну еще раз. Посмотрите, это у нас записано в виде э, тековской нотации, а тут у нас с помощью обратных э, косых ударений, обратных ударений, э, помечается то, что код идет э, другим шрифтом моноширинным. Итак. Трактор Лоренца. Мы сдаем функцию. Функцию мы помечаем восклицательным знаком. Еще раз напомню, что это всего лишь на все соглашение. То, что у нас происходит изменение параметров функции. То есть у нас если функция обычно идет функциональном смысле без э, стороннего эффекта, то есть она получает какие-то значения, ничего с ними не делает, не изменяет их и выдает результат. То функция э, побочным действием она может изменять входные значения. Итак у нас э, в данном случае мы видим что du это э, дифференциалы это у нас значения дифференциалов этих уравнений расписали мы массив параметров для удобства работы как сигма э, ро и бета. И прописали вот таким вот образом. Но на самом деле мы могли бы написать, скажем, X, Y, Z и приравнять его у, и вместо О1, у 2 X, Y писать и Z. Тоже упрощение. Далее мы зададим. Начальное значение. И о, набор параметров. Ну, вот в виде. Картажа его задали. Можно задать в виде массива. Но тут, я думаю, это совершенно не принципиально. Считаем на промежутке времени от 0 до 100. Задали промежуток времени от 0 до 100 и э, сформировали задачу для обыкновенного дифференциального уравнения. Ну и а теперь мы можем ее решать. Вот, собственно, тут, собственно, решение проходит solver. А в качестве результата у нас получается... вектор uh, векторов вот так вот можно сказать то есть это не массив nn а вектор uh, значения каждого элемента который является вектор ну и соответственно у нас uh, solt это у нас временные промежутке, а сол у это вот каждое значение его является вектором. Ну и вот у нас можно задать сол десятое значение, то есть десятый момент времени. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, ноль, восемьдесят три. Десятый момент времени, соответственно, сол десять это десятый вот Вектор. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да, вот так вот. Ну, естественно, все мы можем представлять как угодно. Вот мы можем вытащить значение переменной второй. В момент времени 10. Вот и вот. Ну и э, кроме того, что это у нас вектор векторов, мы из него можем сделать э, реальную матрицу. Ну вот матрица 3. Э, как вы помните, у нас по умолчанию э, строится по столбцам. Первый столбец, второй, третий и так далее, как в фортране. Ну, вот это уже настоящая матрица будет. Если вам что-то с ней нужно сделать. Ну, фактически результирующие значения лежат в виде какого-то определенного объекта. А уж как мы его представляем, мы решаем сами. Ну и давайте нарисуем ну, то, что должно быть. Видите, сколько точек бифуркации. Ну, график этот не так впечатляющий. А, у нас все три переменные. Один, два, три. Мы можем этот график построить в виде фазового портрета. И вот собственно вот это и есть наша бабочка Лоренца, аттрактор Лоренца. Из-за чего О -о -о. на бабочку похож, из-за этого и получил это название. А тут интересно в том, что вот видите постоянный перескок из одного в другое место, из одной орбиты в другую. Такая у нас динамический хаос ну и вот э, мы можем промежуточные значения подключать и видите у нас теперь не э, кривой высокого порядка там с плайном каким-то промежуточные значения задаются а с помощью ломаной ну и естественно, с помощью вот этого обозначения варс мы можем и э, временно использовать время нулевое. Дальше 1, 2, 3. Вот второе значение. Вот так вот. Ну, нулевое правильно. Это у нас как из геометрии идет время как дополнительный параметр, соответственно, нулевая координата. Ну и вот таким образом мы можем решать уравнение системы ура обыкновенных дифференциальных уравнений.